Всем привет! Хочу с вами поделиться впечатлением после 2 месяцев использования батареи Lumoda Siglyte на 30 Вт. На просторах интернета ему посвящено очень много видео и статей, но большинство из них было опубликовано сразу после выхода. Я же хочу рассказать, с какими проблемами можно столкнуться после продолжительного времени использования. Начнем. Первое, с чем я столкнулся, получив этот мод, если у вас нету подходящей батарейки на 18650, вы его не сможете включить. Батарейки Fest вставляем, собираем, как видите, ничего не происходит. Раз, два, три, четыре, пять, дисплей не включается. Никаких других настроек здесь нету. Нижняя часть закручена до конца. Как можете слышать, батарейка внутри ходит ходуном. Под этот мод нужно использовать батарейки с пимпой или с магнитом. Магнитами я не пользуюсь, поэтому я заказал вот такую деталь. Сравним ее с оригинальной деталью. Различие между ними — это то, что деталь, которую я заказал отдельно, на 3 мм длиннее. С ней я могу использовать все типы батареек в формате 18650. Как видите, дисплей загорелся. Все работает. Никакой информации я не нашел ни на сайте производителя, ни на сайте, где я ее покупал, о том, что этот мод использует определенный тип батареи 18650 с пимпой. Для кого-то это, возможно, трагично, для меня это минус. Вторая проблема, с которой я столкнулся, это нижняя часть мода, то есть ее функциональность. Я не знаю, что курил тот инженер, но очень что-то сильное такое придумать. Что получается? Мне эту деталь нужно закрутить. В итоге я ее еще не закрутил до конца, кольцо блокировки уже расслабляется. В итоге я не могу. Все болтается, ничего на месте не держится. Решить эту проблему можно, если эти детали вместе, предварительно, вместе хорошо скрутить. Тогда все нормально. Закручивая нижний пин, кольцо блокировки служит для его укрепления, то есть чтобы он не болтался. Но со временем резьба расслабевает, в итоге кольцо само по себе откручивается. В итоге получается, что нижний пин свободно ходит. Что в моем случае произошло? Мод в таком состоянии упал с небольшой высоты и продавил батарейку. Изоляция. Получилось это вот так, что никакого смягчающего нету, нижний пин идет прямо в батарейку. Естественно, при ударе он ее продавил. Еще проблема, то что здесь нету газоотводов. Нигде. Эту проблему я решил по-своему. То есть той детали, которую я заказывал отдельно, я просверлил дырки. Сейчас покажу, как я это сделал. Скрутил все 2 детали вместе. И вот с этой стороны просверлил 2 дырки насквозь. Сделать это несложно. Но теперь я спокоен, у меня есть газоотводы. Опять же таки, все это с деталью, которую я заказывал отдельно. Не знаю, для кого как, для меня это минус. Следующее, с чем я столкнулся, это плюсовой настраиваемый пин. В отличие от предшественника, у которого был подпружиненный. Покупал я его в паре с LF Lemma, все новое и оригинальное. Чтобы заправить Lemma, ее нужно было постоянно откручивать от мода.
первое время не было проблем, в дальнейшем стал замечать, что пин на моде постоянно сбивается, то есть болтик в резьбе болтается, и это не очень удобно. Приходилось при каждой заправке настраивать пин заново. Нужно с собой носить отвертку, занимает больше времени. В итоге Лема продал, а на мод поставил дрипку. Встречал людей на просторе интернета с такой же проблемой. Считаю это недоработкой. Подведем итоги. В принципе, есть в нем и положительные качества. Отменно работает электроника, удобная настройка меню, заявленный 30 Вт он выдает с лихвой. Но проблем и неудобств в нем больше, хотя и решаемые. Допустим, если на него поставить Typhoon GT, который не надо постоянно откручивать от мода для заправки, или, как в моем случае, дрипку, то тогда не надо будет постоянно настраивать плюсовый пин. Также выход есть с нижней частью. Если ее поменять на крышку от предшественника Сигеля на 20 Вт с пружинкой, газоотводами. Но все это опять дополнительные расходы. И так недешевому моду. Я его покупал за 130 евро в Германии. Хотелось бы купить и пользоваться без всяких заморочек в поисках выхода. Но все это мое сугубо личное мнение. Конечно же, выбор за вами. Думаю, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.